Так, хорошо. Привет, друзья! Здравствуйте! Как видите, мы ведем нашу передачу из не совсем свойственного нам места. Мы на юге, потому что... Мы не будем говорить, в каком именно месте. Мы на юге, мы вечером, и тут рядом с нами дети. За время пребывания в этих южных краях мы много чего повидали и хлебнули даже немножко. А это Новороссийск днем. А это, друзья, Новороссийск вечером. А это Новороссийск ночью. Хотел бы сказать пару слов об отношении к бородам в этом городе, где мы находимся. Вот. Люди, завидев нас, как бы испытывают целую гамму чувств. Как бы от оторопи там какой-то там и. Там, какие еще чувства они испытывают? Они могут испытывать страх, неуверенность в себе. Они как некоторые пугают сексуальных бород. Страх и ненависть они испытывают. Разные чувства. Настоящей жемчужиной этого хребта является открытая нами. К сожалению, кабардинцы еще не знают, что это их главная достопримечательность, гора Сиська. Но мы сейчас над этим работаем, мы уже заказали несколько тысяч магнитов. Поэтому скоро эта гора будет доступна для обозрения всем. Друзья, совершенно случайно мы встретили на наших курортах звезду отечественного культурного искусства, такого деятеля, как Дикас Капронов. Вот. Мы пришли к нему в номер, чтобы поговорить с ним о чем? Чтобы поговорить с ним об искусстве. Здравствуйте, уважаемые любители искусства и всего прекрасного. Я нахожусь на этом курорте, за этом замечательном морском берегу в поисках новых вдохновений. Здесь я встретил ребят из группы Los Crocodiles, и мы с ними вместе затусили несколько дней. Здесь как бы хотелось бы заметить, что вообще важно для деятелей искусств в первую очередь. Это неисчерпаемые запасы вдохновений. И здесь мы нашли неисчерпаемые запасы вдохновения, которые за литр стоят 200 рублей буквально, понимаете? Поэтому тут просто раздолье для таких, как мы. А также раздолье для творчества. Вот. А еще мы очень устали отдыхать. Да. Очень устали от отдыха. Нас очень утомили всяческие посиделки, походилки, полежалки.
покупалки. Нам уже хочется немедленно приступить к концертной деятельности. Есть такое. Ждем, не дождемся, когда приедем домой. А ведь еще целый день с лишним нам здесь находиться. Поэтому мы развлекаемся катамаранами и алкоголем. Как можем, короче. Сегодня последний день нашего пребывания на море. Пребывали на море хорошо. Еще лучше оказаться в нашей стерильной атмосфере, но уже с загаром. Граждане, имею вам сообщить, что 29 августа группа Los Crocodiles примет участие в фестивале «Фабрика щей», а 5 сентября не примет участие в фестивале «Фабрика щей», а будем выступать на площадке в Green Air на концерте «Охота на всякую дичь». Ее, собственно, мы и будем вам втирать. Приходите.